Накануне жители поселка Серебряный Бор Нерюнгринского района получили ключи от новых квартир. 24 семьи стали обладателями 1-, 2- и 3-комнатных квартир жилого дома, расположенного в самом центре поселка. Следует отметить, что строительство объекта проходило по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда этапа 2015 года. Как отмечает застройщик, в качестве нового дома жильцы могут не сомневаться, так как основные отделочные работы были произведены еще летом. Квартира хорошая, просторная, долго ждали, очень счастливы, очень рады. Еще все так необычно, все такое высокое, большое. Прихожая огромная, ходим, теряемся, как будто где-то в Белом доме. Ну, спасибо большое, что еще можно сказать? Это счастье, заехать в новый дом, это не каждому выпадает такая удача. Спасибо большое.